Привет всем! Перед началом этого видеоролика поставьте лайк и подпишитесь на канал. И напишите свой комментарий. Ну а мы начинаем строить автоферму, которая дает 110 золота в одну минуту, а в час аж 7000. Я пробовал строить другую автоферму, которая больше дает, но, к сожалению, сейчас что-то баги всякие пофиксили. И автоферму стало очень сложно строить. Ладно, приступаем к строительству. Я ее построил за 10 минут, а точнее 9 минут всего лишь потратил на это строительство. Здесь я вам покажу немножко ускоренно. Сначала нам нужно построить платформу. Можно строить без масштабирования. Можно все эти блоки по отдельности ставить. Так, вот такая вот платформа. Надо, чтобы все спавны закрывала. Теперь у меня уже железо кончилось, я возьму обсидиан, наклон 45 градусов и поставлю один блок здесь. Продлю его немножко. Поставлю здесь портал, чтобы видеть. Поставлю еще один обсидиан. Здесь примерно. Масштабирую его. Поднимаю. Сейчас надо его поднять вверх. Лучше стенки делать такие толстые, на побольше толстые, такие жирные, чтобы там иногда бывает из-за слишком быстрой скорости вас будет выбрасывать на поверхность, что не очень так и приятно. Все, я уже построил эту платформу. Немного кривовато, но все сойдет. Это никак на фарм не повлияет. Сейчас мы построим механизм, который будет эту штуку задвигать прямо в спавн. И когда игрок будет спавниться, он будет ехать по конвейерной линии. Даже ходить не надо будет. Полная АФК. Персонаж будет ехать по конвейерной линии и заезжать в портал. Этот портал будет топать в другой портал. А из того портала уже мы падаем в воду, проигрываем и нам дают золото. Все происходит довольно быстро. Так, сейчас устанавливаем стул. Я тут уже поршни поставил, как видите. Не знаю, наверное, 10 поршней хватит. Сейчас мы это проверим и подредактируем. Сохраняем обязательно. Садимся. Сначала нам нужно выбрать все блоки, кроме вот этого, отключить фиксацию и ланчер. Сейчас я буду выдвигать поршни и посмотрю, хватает ли поршней. Так, еще один, так, один пропустил. Смотрим, 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 еще немножко, еще два поршня осталось, пока еще не все спавны задвинулись. Так, и этих поршней не хватило. Поэтому загружаем. И надо будет поставить еще несколько поршней. Эту платформу мы немного сдвигаем и ставим здесь. Раз поршень, два, три, четыре, пять. Обратно возвращаем вот эти вот блоки. Держатели. Повторяем процедуру с анчором или фиксацией. Нажимаем на кнопочку. Можно было все просто привязать к этому стульчику и все двинуть. Так, сейчас все ровно, кажется, задвинулось. Никакие деревья, ничего не мешают. Просто идеально. Классно. Загружаем постройку. Просто все идеально получилось. Ставим масло на него, ставим блок пластика. Можно взять любой другой блок. Кстати, платформу не обязательно из железа строить. Можно из дерева, можно из чего хотите строить. Так, ставим тут кресло пилота. Нам нужно сейчас передвинуть портал на несколько уровней вперед. Но можно это сделать с помощью какого-нибудь другого способа, не только с помощью ракеты, там, на каком-нибудь баге перенести, не знаю. С помощью тортиков. Отключаем тут фиксацию, но лучше было сначала сохранить. Вы все это сохраняйте, как вам надо. Я вам сейчас просто покажу. Сейчас летим сюда. На один уровень вперед. И останавливаемся с помощью фиксации. Ее надо будет включить на портале. Сначала немного долетаем. Включаем.
И вот смотрите, чем идеальнее вы поставите, тем больше вы голды будете получать. Вот я сейчас поставил где-то как-то нормально вроде бы. Сейчас проверим. Ну, сначала нам нужно вот эту штуку задвинуть. Вот вы смотрите, вы сначала бы это все, как бы, вот вы вот сейчас все задвинули, все отправили. Вот это сохранять нельзя, а то оно просто не сохранится, потому что сейчас баги пофиксили некоторые. Здесь ставим пружинку, здесь ставим этот блок, здесь ставим ракету. Отключаем фиксацию, включаем, и это сейчас надо будет зафиксировать эти два блока. Теперь надо кое-что сделать, потому что вот смотрите, у нас тут темно-зеленая полоса, как бы этот не очень классно получается. У нас сейчас спавны закрыты. Так, все, спавны закрыты. Вот эта белая платформа железная, она должна немножко находиться на светло-зеленой земле. Вот, видите, как у меня сейчас. Так. Думаю, сейчас все это перезапустить надо. Так, фиксацию. Здесь поставлю это. Фиксацию отключаю, отключаю, включаю. Теперь опять включаю. Теперь масштабирую. И сейчас нужно вот этот вот пластик положить внутрь железа. Так, вот так. Чуть не работает, чуть пониже. Ага, все работает. Делаем ресет. Кстати, на ракете можно поставить 50 скорость. И тогда у нас будет немного помедленнее. Ну и получше, конечно. И вот смотрите результат. 100 голды в минуту, я сам считал. Сейчас даже скажу, сколько это в час. Если у нас где-то 120 голды в час, то примерно, то есть минуту, 60 секунд, то примерно за час мы получаем 6000 голды. А там еще 10, все это такое. Я вам сейчас скажу, 7000 голды мы должны получать в среднем. Это я без калькулятора решил. А это в кофе-ферме за 1 час. Это, наверное, не так что и плохо, потому что за один такой час можно уже накопить и на рулетку, и на отвертку. А два таких часа, и вы уже профессионал полный станете. Также можно собрать весь сервер в своей команде, и все игроки будут наслаждаться. У всех будет много золота. Они вам, может, даже спасибо скажут. Надеюсь, у вас все получилось, и вы заработали много золота. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки, если этот ролик вам понравился. С вами был UGames. Всем пока-пока!